так, я же веду нормальный образ жизни. С чего это у меня, у такой вот, как я, видите, какая ситуация? ВИЧ-инфекция ассоциируется с наркозависимыми людьми. ВИЧ-инфекция ассоциируется с чем-то грязным, с чем-то особенным. И в этот момент этому человеку, которому сейчас сказали, что ВИЧ-инфекция, нужно еще осознать и принять не только диагноз, но еще и принять тот факт социального невежества. Не быть, а возможно и будет.